товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры полетработники, рабочие и работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавших под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи!